Привет, друзья, на канале Мусалим. Range Rover в работе у нас сегодня. Делаем жидкие подкрылки в этом автомобиле. Ну, в общем, вот так вот все выглядит. Обработали все площадки железные. Данный материал у нас служит как шумопоглотитель внешний от дороги, биение воды, песка, камней по подкрылку, этот шелест, шум, все это убирается. И как антикор, соответственно, не скапливается никакой влаги под материалом, не отваливается он кусками, держится идеально, сохнет быстро. Через 3 часа можно спокойно автомобиль эксплуатировать, собранный. Дополнительно к шумоизоляции на подкрылок мы добавляем вот такой вот материал по всей площадке. Дополнительная шумоизоляция. Приступаем к сборке. Всем пока-пока.